Всем привет, ребята! С вами я, Стефан. Вы на канале Степанчик ПТВ. И сегодня новогодняя ночь. Будут опять наши любимые подарки. Я украшаю елку. Вот, видите? Вы, наверное, тоже ее украшаете. Как будет интересно посмотреть на мои подарки. Что мне привезли? Все сейчас в это время украшают елку со своими знакомыми или близкими. Мы тоже украшаем елку и готовимся встречать гостей. Если вы еще не знакомы с моей няней, то знакомьтесь. Это моя няня Степо. Он робот. Самый клевый робот, который няня. Он очень веселый и добрый. Он хоть и очень умный, но еще не умеет управлять своими функциями. Он очень быстро учится и еще учит меня. Степо очень любит играть с детьми. И со мной я тебя очень люблю. Видите, какой он хороший? Этот Новый год очень особенный для него. Он впервые увидит, как люди отмечают Новый год. Спасибо мою елку и моего робота Степу. В этом году это самая красивая елка на этом свете. Когда я украшу елку, мы вместе поздравим наших подписчиков с Новым годом! Дай мне следующую игрушку. Спасибо, Степа! Ребята, вот мне он дал новогодний ларин. Смотрите, какой красивый. Давайте мы его поставим. Дай мне следующую игрушку. О, это серебряный медвежонок. Смотрите, беленький, миленький. Давайте мы его поставим. Вот сюда вот, рядом с оленем. Смотрите, как они красиво вместе стоят. Степ, дай мне, пожалуйста, следующую игрушку. Смотрите, какой красивый! У него в руках салют. Очки, смотрите, какой он красивый! Большое спасибо, Стэн! Давайте поставим его вот сюда. Ребята, у нас есть медвежонок, еще медвежонок, олень и Дед Мороз! Стэн, смотри, вот это вот Дед Мороз. Он зимой за всеми во все дома приходит и дарит игрушки, которые заказал ребенок. Понятно, Степо? Степо, он и тебя тоже поздравит. Он всех вас поздравит с Новым годом. О, звонок! Может быть, это Дед Мороз? Я пойду открывать дверь. О, детки мои милые, здравствуйте. Я вам подарок привез. И с Новым годом хочу вас поздравить. Вот здесь это. Подарок с Новым годом. И тебя, Соня, Стэна, поздравляю с Новым годом. Это весь твой первый новый год. Ой, какой хорошо. И вас, дорогие подписчики канала Степанчик ПТВ, поздравляю с наступающим новым годом. Дед Мороз, садите, отдохните. Мы делаем долгий путь. А мы вам покажем, что мы умеем. Мои друзья,
подписчиков. Я вас крепко обнимаю. И всех на свете с Новым годом поздравляю!